Всем добрый вечер. Будем начинать нашу еженедельную, ежекаталожную планерку. Девочки, видно, призабыли, кто присоединится, попозже присоединятся. Я напомнила, ссылочку я сбросила. И начнем мы с того, что я сначала, наверное, пока все присоединятся, расскажу про, напомню, про акции. Так. Экраном поделимся. Итак, я напомню про акции этого каталога. И самое главное, напомню про то, что у нас каталог длится 2 недели. Каталог коротенький, но за этот каталог нужно нам успеть сделать все то, что обычно мы успеваем и должны сделать за 3 недели. Поэтому не расслабляемся с самого первого дня. И пока у нас тут 6 участников, чтобы у нас всех были доходы, конечно же, надо шевелиться и самому. Это хорошо, когда под нами есть люди, которые работают, но мы голова. Вы, каждый лидер, голова своей команды, пусть у вас в команде даже один человек, у кого-то два, у кого-то еще нет, обязательно будут, но помните, что вы пример всей команды, и как работаете вы, обычно за вами повторяет вся ваша команда. Так, 2 недели каталог и прекрасные подарки. Второй каталог, я считаю, что подарки просто прекрасны, на них замотивировать очень хорошо. Я всегда говорю так, что вы делаете заказ на 49 рублей по каталогу, он у вас, можно сказать, получается бесплатный, потому что водичку, которую вы сможете выбрать, она получается у вас совершенно бесплатно, всего лишь за 1 рубль. И реально рекомендую те воды, которые стойкие, которые реально стоят этих денег. Вот эти вот наши футуря, просто бесподобная вода, восточные воды и мужские воды. Ну, Элисар я не особо рекомендую, потому что для меня она такая... Люди брали, особые люди, как помните, платином было Фаберлик. Она такая более свежая, она не до такой степени стойкая, поэтому хочется создать человеку хорошее впечатление. Я рекомендую всегда им хорошие водички. Так, вот эта вот акция, про которую не надо забывать и про которую можно сделать отдельную рассылку, напомнить, рассказать. Акция при заказе оплате на каждых 29 рублей минимальную сумму заказа в следующем каталоге, то есть по два каталога, да, 17-18 это второй каталог. Этот и второй каталог можно будет в первом каталоге выбрать классные подарки. И даже, смотрите, wellness, можно будет выбрать wellness. То есть, я так понимаю, там будут, скорее всего, коктейли, и вполне возможно, что на БАДы тоже будет какая-то там сумма выдана. Это, кстати, круто, классно, wellness у нас редко бывает по акции. Будут, кто был на конференции, было мало людей из нашей команды в этот раз, буквально пару человек на ежекаталожной конференции, должны в этом каталоге появиться еще наборы новенькие, не только те, что в каталоге заявлены, а новые наборы по приятным ценам. Но обратите внимание, когда, если вы, конечно, хотите личных баллов, тот, кто еще на невысоком уровне, такую фишку вам скажу. Какие-то продукты можно взять наборами, а какие-то продукты можно взять отдельно по такой же цене. Так вот, я рекомендую, прежде чем брать, уже утверждать, посмотрите разницу в баллах. Зачастую разница в баллах колоссальная. Например, вот такая большая разница в наборе «Восьмой элемент». Если его брать в наборе, он получается по баллам в 2 раза меньше, чем просто отдельно. Ну, то есть вот такие вот фишки, смотрите, мелочи, но помогают все-таки кому-то в увеличении количества баллов. Дальше. Очень вас всех прошу, самих, и чтобы вы настраивали своих людей – по программе Faberlic Drive. Программа, как бы то ни было, она не в полную мощь работает в Беларуси, но все равно выгода от этой программы есть. Вы видите, я посчитала, проанализировала, сколько я заработала за новичков. Вчера искала, Людмила задала вопрос по поводу того, что не приходят вот этих вот, нету денег, да, 3,60 за доставку. Я начала рыть мой счет, и что я нарыла? Я нарыла, что я 5 раз подряд практически получала
по 22 рубля за то, что я регистрировала новичков. Я лично про себя говорю. То есть 110 рублей мне компания заплатила за то, что я увеличила свою команду. А 110 рублей это 22 вроде бы мало, не такая уж и маленькая сумма. Поэтому обращайте внимание вот на такие вот вроде бы как мелочи. Также в этом каталоге тех, кто выполнил 100 баллов, вы видите, можно взять и новиночки, корейская косметика. Кстати, нашла фоточку, сброшу живьем. Мне придут только в пятницу, но уже есть фотки живьем, очень классные и очень хороший отзыв на кондиционеры, что типа очень классные ароматные кондиционеры вот этой вот корейской серии. Так, дальше. 15 декабря еще можно вскочить в последний вагон, еще продаются билеты. С нашей командой, насколько я знаю, уже едет довольно такое хорошее количество людей. В этом зале в Мариот у нас не было еще мероприятия. Девочки, которые там были, местные, рассказывают, что это очень крутой зал, очень красивый, и такого грандиозного мероприятия еще не было. Говорят, что программа будет суперская в первую очередь, потому что в этом году у нас закрылось два, можно сказать, драгоценных звания. Это Светлана Смирнова, элитный директор, и бриллиантовый директор Любовь Нефедова. И вот в прошлый каталог, что было, поздравляли вчера, закрылась золотой директор, девочка Наташа Жук, из команды Наташи Жук. Ну и директора там закрылись новые, конечно же. Поэтому будет грандиозное мероприятие. Поэтому, если кто еще сомневается, я вам, конечно, рекомендую не сомневаться, обязательно приехать. Всех ждут награждения, признания, феерическое шоу-программа. Ну, в общем, будет очень классно, очень интересно. Мы обычно собираемся все вместе. Уже сегодня я планирую создать группу для тех, кто едет. Билет можно купить в два этапа. Сколько мы живем, да? Не пожалеете денег. Я вам, кстати, сброшу книгу, которая очень классная, которую написала девушка-блогер Надежда. Вы, наверное, многие подписаны были на нее, которая умерла от онкологии. Называется «На утро начинается всегда». Очень классная книжка. Она 14 рублей стоит на Валбересе. В общем, закажите, почитайте, я сброшу. Просто вот рекомендую. И вспомнилось мне, когда я начала говорить про мероприятие. Ну, вы много своей жизни пересмотрите. Опять же, гала-вечер, рекомендуемый дресс-код, рекомендуемый, да, это в этот раз изумрудный, фиолетовый, сиреневый, яркие оттенки. Всегда компания старается сделать наши мероприятия незабываемыми, фотки просто суперские. В общем, вот фотография прошлого года. Ну, смотреть на одну нашу Валентину Болонти уже многое можно сказать. Как было круто, как было мега круто, да? И все, смотрите, счастливые, довольные. Таких всех практически в одной цветовой гамме, черно-синий, классно. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы в этом году команда наша тоже была более многочисленная. Мы все, и я, в частности, очень рада вас всех видеть. Теперь мы перебираемся к нашим поздравлениям. В этом году говорю, в этом каталоге очень такой звездопад классный, я очень рада. У нас, как Ирина говорила, Козел поставила цель и сделала. Это вообще супер, когда ставит человек перед собой цель, лидер ставит цель и эту цель осуществляет. Это просто вот мега круто. И в этом каталоге в топе продаж Ирина Козел на первом месте по личному объему 677 баллов. Она не только вышла на личный объем хороший, но заработала и хорошие деньги от компании. Поэтому я поздравляю Ирину, так держать и желаю, чтобы все лидеры в твоей команде подтягивались за тобой, чтобы не ты одна была в топе продаж первая, а чтобы вся твоя команда была в лидерах. Топ-2. Лена Казачок. Она у нас всегда делает большой объем. Поздравляю Елену. Топ-3. Команда Анастасии Кундро. Ирина Святская. Топ-4. Татьяна Дымович. Уверенно держится команда Елены Чепулис. Кстати, в этом каталоге в личных 400 и групповых 600. Надо увеличивать объемы. Наташа Садоха. Топ-5. Всегда держится в топе. Красотка в нашем платье. Так. Топ-6.
Наша звездочка новая на горизонт, наш новый будущий директор. Очень рада команда Анастасии Кундро, Светлана Шафарович. Вроде бы и маленький городской поселок, но всем хватает места. Каждый может сделать так, простите меня, каждый может сделать тот объем, который он планирует и который хочет. Так, топ-7, Алина Ляшук, владелец пункта выдачи Верхнедвинск. Топ-7, Светлана Лемешевская, 278 личных баллов. Умница, молодец. Топ-9, команда Елены Казачок. Топ-10, это новый лидер Ирины Пота. Знаю, что эта девочка живет в Ла. Так, живет в Латвии, да, и такой вот личный объем. Латыши, европейцы очень любят наш фаберлик, очень. И при возможности вывести они делают отличные объемы. И уже который каталог мы делаем топ-5 рекрутеров. Пока топ-5, но вполне возможно, что скоро мы переберемся и на топ-10. Так, в топе 1 опять же. Ира взяла все наши топы. Умница. 6 регистраций и 6 заказов с первым шагом. Это просто классно. 6 регистраций, 6 заказов с первым шагом. И сегодня я Ирину тоже попрошу, чтобы она рассказала, как ей удалось все 6 регистраций сделать с первым шагом. Да, это просто уникум. Так, Блоха Галина, это у нас тоже, вы скоро увидите новое звание, тоже сделала 5 регистраций, 5 заказов с первым шагом, это тоже мега результат для человека начинающего. Вот смотрела-смотрела в продуктовом чате, была просто покупателем, и вот человек, вы видите, что она к нам пришла даже в лидерский чат. Булань Валентина, 7 регистраций, 4 заказа, отличный результат, топ-3. 4. Муравицкая Наталья, 6 регистраций, 4 заказа. И Мурашка Людмила, 5 регистраций, 4 заказа. Тоже агрогородок. А вот видите, результат суперский. Просто суперский, молодцы. Дальше мы переходим к новым званиям. У нас в этом каталоге много новых званий, пусть не очень больших, но все равно очень значимых. Именно с этих званий и начинается дальше лесенка успеха. Команда Валентины Болунь, наставник Филиппова Надежда, Бельская Екатерина, консультант 3%. Это только начало. Светлана Баслы, команда Светланы Лемешевской. 6% старший консультант. Григорьева Ирина, наконец-то, я очень рада, потому что запомнилась она мне с чата доходов, когда она все время писала «мало», но зато стабильно. Она вырвалась наконец-то. Оказывается, можно стронуться с мертвой точки и пойти в рост. Я ее поздравляю искренне. Она с нами ездит на обучение, на мероприятие. И желаю, чтобы это было только началом вот такого роста в нашей компании. Бесевич Тереса, 6%, старший консультант, команда моя же, девушка, женщина, которая тоже была покупателем и пришла к нам уже в марафон, и такие вот результаты. Блоха Галина, старший консультант, 6%, вы только что видели, 5 регистраций, кстати, уже 5 есть регистрация с первым шагом. И Мурашка Людмила. Искренне рада за Людмилу. 9% лидеров. Наконец-то она достигла этого уровня. Восстановила этот уровень. Он был давно. Значит, восстановить, удержать и пойти дальше – это тоже огромное искусство. Супер, Людмила, я искренне за вас рада, я вас поздравляю, и я просто уверена, что это тоже только у вас начало, а дальше будет обязательно больше. Это вот 100%, потому что никак по-другому, энергии много, вижу Людмилу везде, и в Одноклассниках, и в ТикТоке, и с внуками, и вообще везде, человек творческий, везде успевающий, все у нее получится. Я в этом уверена, и сейчас я хочу передать слово, поговорила про Людмилу, конкретно Людмиле. Буквально пару слов. Расскажите мне, пожалуйста, вот сидели вы на там 6%, да, вроде бы все делали, ничего не получалось. А тут Людмила в марафоне у Анастасии такой рост, такой взлет, такая энергия. Ну вот расскажите, пожалуйста, поделитесь своим опытом, что вы делали такого, что раньше не делали.
Добрый вечер всем. Я извиняюсь, что не по видеосвязи. Без макияжа не могу, чтобы меня видели. Ну, собственно говоря, ничего особенного не делала. Просто я Анастасии сказала, когда она меня пригласила на очередной марафон, я говорю, я даже не знаю, что мне делать. У меня как бы это было мое хобби. Вот, люблю продукцию, просто люблю все на себе испробовать новое, вообще все новые эти и бады, и не бады, и косметику, хоть я, как говорится, уже сейчас и дома сижу, могла бы уже это не покупать, но я люблю экспериментировать. Ну вот, последнее как бы время, тут у меня появился один лидер, потом в этом каталоге я уже добила еще одного, вышла на 100 баллов девочка, и прям у меня какой-то азарт начал появляться. Я начала уже то пройденное, то, что делала когда-то, ну, в начале, но у меня не получалось, возобновлять, скажем так. Были у меня раньше тоже и рекламу ставила, в основном в Одноклассниках, но все позабросила так уже, как бы мне как-то уже желания особого не было. А тут прям так я уже воспряла духом, уже мне интересно стало. Вот, и регистрации эти с первым шагом, две у меня с рекламой, два раза рекламу на прошлом каталоге ставила, и два человека у меня тут местных, они мне покупали постоянно продукцию. Я, конечно, делала небольшую скидку, но постоянно им говорила, что вы ж большую выгоду будете иметь, если своя регистрация будет. Ну вот, подумали, подумали, и, видимо, дошло, что все-таки покупать продукцию с 20% скидкой намного выгоднее, чем, допустим, там 15 этих, что я им когда-нибудь предлагала. Вот. И вывела их на первый шаг, можно сказать. Был один нюанс, конечно, с рекламой, с этой, с нашей. Одного человека, она пришла мне по рекламе, захотела там продукцию попробовать, набор заказала. Ну, я говорю, что начала предлагать, говорю, у нас акция шикарная, и вода туалетная, и все. И буквально не хватило там 5 рублей каких-то до 49. Ну, я ей говорю, жалко же, ну, все-таки водичка, это же такие брендовые у нас воды хорошие вообще. Ну, говорила. Я ей хотела по телефону все объяснить, эту акцию, но у нее телефон на это время был заблокирован. Я ей писала, писала, она все вроде бы читала, но она меня неправильно поняла. Она подумала, что в этот же заказ должна прийти эта вода. Потом заказ получает, воды нету. И с такими претензиями, блин. Ну, люди, конечно, разные. Есть такая вспыльчивая, что это значит такой подарок. Все, поудалялось везде. Наверное, даже позаблокировала. Я еще звоню на телефон, муж поднимает трубку. Она, а кто? А как спросили? Блокирует, ты. Ну, по крайней мере, пока что в Вайбере она мои смс-ки читает, но молчит. Я думаю, что, может быть, отойдет, раз такая вспыльчивая, и заберет свой подарок. А по поводу обучения, уже ж не первый раз у нас эти марафоны проходят. Я специально пошла в свой командный марафон, потому что, ну, может быть, сразу подумала, мне это надо или не надо. А потом подумала, что лишнего обучения никогда не бывает. И очень мне вот, ну, доверие, настолько вот доверие к моему директору, к Анастасии, понимаете, она настолько может расположить людей. У нас получается какая-то вот семейная беседа, вот когда проходит этим у нас. И по 100 раз вопросы задаем, она все отвечает. Ну, очень мне вот как бы вот, ну, душевная вот такая вот семейное обучение. Ирина Козел, то энергия вообще прет, там, ну, я не знаю, если бы, ну, хоть сотую долю мне энергии, вот, и умение вот это вот разговаривать по телефону, потому что я человек, ну, не скажу, что я коммуникабельный. Мне очень сложно общаться вот по телефону, там, ну, первые начать разговор и все такое. Но сейчас я уже пришла к тому, что, как вы, Ирина, говорили, что надо все-таки общаться больше по телефону, потому что тогда больше толку получается. Сегодня мне еще одна регистрация позвонила, мне сама позвонила на Вайбер женщина. Даже я еще рекламу не запустила, я только ее выставила, чтобы немного собрать там лайков и комментариев. Она мне сегодня сама позвонила на телефон, захотела набор, мы с ней долго общались, тоже заказала
зарегистрировала и с первым шагом, и, короче говоря, и сегодня сделала командный чат и поставила рекламу в командном чате. Нас Анастасия мотивировала на это. Но она давно надо было сделать, но как-то не доходило все. И рекламу поставила, может, на добавление людей. Что-то у меня не идет она, если честно. Вот, чтобы за этот подарок там какой-то добавлялись люди. Я имею в виду именно на Вайбере, в продуктовом чате. Ну, короче говоря, стараемся все, выполняем все эти фишки, которые с нами девчонки делятся. Спасибо им огромное. Мне просто вот нравится, что что-то сама там попробовала. Ну, я Анастасию, в частности, имею в виду. Сама что-то сделала, все, она старается нам донести это, что вот эта польза большая. Конечно, дело каждого делать это или не делать, но если, конечно, делать и выполнять все вот эти вот нам предложенные все фишки, то, конечно, будет. Вот, огромное девочкам большое спасибо, прибольшое за их терпение, в первую очередь, что они нас, ну, терпеливо так, настойчиво пытаются донести все эти оптимизировать работу и общение со своей командой, чтобы налаживали. Я думаю, что будем прилагать все усилия. Если будем стараться, то у нас получится все. Все, я что хотела, я сказала. Спасибо большое. Спасибо огромное, Людмила. И вот правильно она сказала, что нужно, вот про доверие говорим, да, и люди тоже нам не доверяют. На все нужно терпение. Понимаете? Потерпите сами. Ну вот до какой степени терпеливы у нас всегда спикеры. У нас тоже параллельно идет марафон, и у нас есть люди вообще и с нуля, те, которые пришли вообще с нуля, если у вас хоть и есть лидеры, а там есть нулевики, которые вот только зарегистрировались, и у них тоже есть успехи. Одновременно люди, которые 2000 баллов делают и так далее, и больше. Так вот, будете терпеливы вы, учитесь всему у своих лидеров. У той же Анастасии, у той же Ирины, у каждого старайтесь что-то перенимать. Все получится не сразу, но обязательно получится. Вот просто терпение. Не получается, я всегда говорю, что бейте в одну и ту же цель. Здесь не надо много, простите за выражение, мозгов, да? Вы просто повторяете действия. Не получается, вы это сделаете еще раз. Еще раз не получилось, да вплоть до того, что кому-то надо один раз, а кому-то 30 раз. И не думайте, что вы там хуже кого-то или еще что-то. Просто у каждого человека абсолютно разные способности. Просто разные. Мы родились разные. Кто-то имеет математический склад ума. Кто-то, как Ирина Козел, может заговорить каждого. Ее фишка – это личные беседы. А кто-то говорить вот просто не умеет. Тот пишет там в интернете еще что-то. И будьте терпеливы к тем людям, которых регистрируете. Вот говорит Людмила, что да, психанула, там еще что-то. Сейчас многие покупатели точно так, как и лидеры, как и вы, да, иногда вот что-то скажу, где-то более каким резким голосом или еще, все, психанули, обиделись, еще что-то. То же самое люди, имейте терпение ко всем и вы, и даже к своим действиям, и все у вас обязательно получится. И самое главное, верьте в то, что делаете, и думайте о том, что получилось у Анастасии, получилось у Ирины, получилось у Валентины, получилось у меня, получилось у Натальи Жук, а вы ничем не хуже. У вас тоже получится. Просто нужно выполнять те действия, которые вам говорят. Мы про это говорим 100 раз. И стараться все-таки с людьми общаться. И вот вы привели людей, вы привели огромное количество людей. Для вас вообще-то огромное количество. Если вы с ними хорошо проработаете, с этими людьми, то выдержите их вот этот вот негатив, где-то развеете шуточкой, юмором, то все будет хорошо. И ваша сейчас задача не просто натыкать эти заказы, там, артикли, да, вам нужно ваших людей, которые к вам зарегистрировались, самих научить делать заказ. Когда они научатся делать сами, они будут у вас не 10 баллов делать и не 49 рублей. Они у вас будут делать очень много, потому что они зайдут в кабинет, посмотрят. Но надо терпение, чтобы научить. Нужно созвониться. Ты скачала приложение или там ты зашла на сайт, да, вы там зашли. А вот вы вели, а что вы видите? Вплоть через скрины вот так общаться. Некоторые не умеют ни скрины делать, ни еще что-то. Всему нужно учить. Есть те, которые, ну вот просто да, не буду. Таким делайте, но все, старайтесь всему научить.
И обязательно им рассказывайте о том, что у нас широкие возможности. И что если вы захотите заработать, как для кого-то и 10 рублей заработок, поверьте вы мне, то у нас есть эта возможность. И не одна, есть возможность заработать на продукции и строить команду. И здесь же я уже договорю про то, что вот я про общение, да, вот сейчас у нас двухнедельный каталог. У нас сейчас акция для вхождения сетевиков из других компаний. Вот вы зарегистрировали этих 5 человек, и вы говорите, послушайте там, обзвоните каждого из своих команд и спросите, послушай, у нас такая классная акция для сетевиков из других компаний, на которой можешь заработать и ты. То есть обзвонить каждого человечка, послушай там, Наталья, подумай, может быть, ты знаешь кого-то из соседей, из круга окружения, друзей, знакомых, кто занимается Арифлейм, там, Эйвон, там, Тиандэ. Поверьте, вы каждый по одному человеку точно найдете. И говорите, ты хочешь заработать, ты понимаешь, что ты можешь получить 50% их вознаграждения, это бешеные деньги. Говорите вот просто, большим заманивайте. Если придет к вам кто-то из, пусть 3%, да, вот приходит Арифлейм, они там 3%, у них это же совсем немного баллов, там не так, как у нас. Они получают 5 промокодов. 5 по 30 рублей. Один промокод они используют на себя, а 4 человека на этот промокод они вам приведут. Да? Приведут 4 человека, из которых вполне возможно кто-то и будет вашим лидером. Вот смотрите, вот сейчас заходит Галина, это, наверное, моя Галина Блоха, она не может подключить звук, да, я там писала в чате, но человек не бросает. Вы представляете, какая выдержка у человека? Она пытается 25 минут. Не получилось у нас ни раньше это сделать, мы потом после зума с ней обязательно попробуем вдвоем. Я просто про то, что не теряйте выдержку. Не думайте, что у вас не получится. У вас все обязательно получится. Потому что у кого-то получилось, значит, получится у вас. И про сетевиков других команд обязательно вот сделайте так, я говорю. Раз. Второе. Просто в поиске, в Одноклассниках, ВКонтакте вводите такие вот слова. Во-первых, пересмотрите своих друзей в соцсетях. У вас там обязательно будет кто-нибудь консультант Арифлейм, там Гринвей, т.д. и т.п. в барахолках каких-то. Пересмотрите сообщения, которые вам отправляли сетевики других компаний. Пересмотрите просто в Арифлейме, в этом, в поисковике введите слово Oriflame, да, вот где друзья, там Avon, там, я не знаю что, Greenway, и у вас выскочит консультант много, и попробуйте им подправлять сообщение. По крайней мере, вы будете понимать, что вы что-то сделали, потому что даже на начальной ступени вот эти вот промокоды, которые можно использовать в течение года, не сразу, то есть попробовать можно, за спрос не бьют, но не получится так не получится, попытка не пытка. По крайней мере, вы будете знать, что вы попробовали, когда у кого-то будут появляться эти лидеры, вы будете, блин, вот у меня нету, но вы-то попробовали, чтобы об этом не жалеть. Так, дальше. Я буквально пару слов скажу, и потом все-таки хочу слово до конца уже передать нашей Ирине Козел, потому что чтобы она нам рассказала, как она всех 6 человек смогла, заставила сделать заказы первого шага. Так, я вас попрошу, у нас чат доходов есть, да, в этом чате доходов есть лидеры и есть те, кто пришли зарабатывать. Те, кто пришли зарабатывать, они там не делают там еще 100 баллов, это понятно. Я прошу всех лидеров, да, всех, кто есть в этом чате, ежекаталожно писать свои доходы. Пусть это будет 3,5 рубля, как у Олега. Олегу обязательно подтянуться, чтобы, если у твоего консультанта есть уровень 3%, например, ты обязательно должен держать уровень 6%. Как хочешь, на процент выше, чтобы хоть что-то заработать. У нее 6%, у тебя 9%, там и т.д. и т.п. Тогда будут деньги, тогда будет стимул больше работать. Я уже там написала, 2 каталога не пишем свои доходы, будут удалены из чата, потому что мы друг друга стимулируем этим, нам интересно, можно делиться в этом чате то, что ты взял там на деньги, Фаберлик, что заработал, поэтому давайте будем друг к другу относиться так, чтобы нам было приятно заходить в этот чат и видеть не только свои там доходы одних и тех же людей, но и друг друга подстегивать, стимулировать, хвалить, ставить огоньки и так далее. Так, дальше.
Розыгрыши. У нас в чате продукты Фаберлик проходят розыгрыши, да? Мы решили, директора, проводить розыгрыши не в чате от 10 баллов, а в продуктах для чего? Для того, чтобы вашим же людям было интересно. Пересмотрите, пожалуйста, своих людей и всех своих новичков, которые к вам приходят, и Людмила, вот тоже ваши люди, которых вы зарегистрировали, пожалуйста, добавьте в чат продукты Фаберлик, предварительно объяснив, что это за чат, что там можно узнать последние новости, я всегда говорю. Там можно увидеть распродажи, которые бывают за копейки. Но прежде научите людей выключить там звук. Потому что вот сегодня кто-то там написал в 5 утра сообщение, да, типа отзыв 5:50. Ну, спасибо, что написали, но сразу минус один человек. Не все люди выключают звук, не потому что они просто не умеют. И тогда они раздражаются и выходят. В лидерском чате мы будем говорить хоть круглосуточно, потому что мы лидеры. Мы круглосуточно работаем, не спим, а здесь, конечно же, должен быть регламент. И призывайте своих людей участвовать в розыгрыше, потому что после того, как человек что-то выиграет, у него становятся крылья за спиной, можно сказать, по-другому растут, ему хочется, ему повезло, значит, все, вот это вот знак, да, это знак удачи, и значит, я буду в этой компании, буду работать. Так, добавляем всех сюда. Ну и уже немного времени остается. Ирина, тебе слово, расскажи, пожалуйста. Как тебе удается? Нет звука. Ира, звука нету. У вас есть звук? Ау! Нет, звука нету. Ирочка, нету звука. Ну, попробуй выйти и зайти еще раз. У меня пишет так. Вот сейчас, пока Ирина отключилась, так, что у меня здесь еще? А, появляется новый лидер, рассказывайте про бизнес. Про бизнес рассказывайте, про то, что у нас все очень легко и просто. Не так это и сложно. Бери и повторяй за мной. Ира? Все равно не слышно тебя. Я не знаю, почему. Ты заходишь с чего? С телефона? А с ноутбука не можешь? В телефоне настройки. Ладно, Ира, наверное, тут не сможет. Это просто, скорее всего, нужно посмотреть настройки телефона, то, что я только что писала, скидывала. Скорее всего, так, в самих настройках разрешить, там что-то может быть, да, что-то произошло. Тогда, если не получится у Иры, то Иру мы ждем голосовыми в чат, чтобы она наговорила, потому что, ну, это реально, подумайте, да, если бы каждый из нас сделал бы всех людей, которых зарегистрировал бы, да, могли бы вывести на заказ, это было бы просто мега круто. Мы бы давно все были бы директорами. И еще вот вам такую мысль, которую я стараюсь доносить в Инстаграме, в сторисах. У меня тоже было много регистраций, но я много регистраций в этот раз отдала просто своей команде, точечно пораздавала, и 2 или 3, 2-3 у меня с заказами было. Вот. Хочу вам сказать, вот возьмите за правило каждый день по одной регистрации и стараться вывести человека на заказ. Каждый день по одной регистрации. Я не сделала сегодня эту регистрацию, да? Соответственно, я должна завтра сделать две. Я сегодня не сделала, завтра, ну, вчера две. Значит, я должна сделать три. И поверьте, когда вы это пропишете на бумагу, запланируете, старайтесь все писать на бумагу, если вы не можете особенно распределить свой день и так далее, а вот эти вот цели обязательно пишите. Смотрите, за год 360 человек, а 360 человек – это и есть директорская команда. И поверьте, вы обязательно станете и выйдете на уровень директора, вице-директора 100%. Но вот просто не лягу спать, и когда у вас будет вот это вот в голове, что пока я не лягу спать, я не зарегистрирую человека, точно так, как Людмила говорит, что она зарядилась этой энергией, что она доверилась, вот на доверии и на таких эмоциях, вот она сейчас на таком этом своем позитиве, когда мы на этом
позитиве нас же прет. То есть, когда мы верим в то, что делаем, и в ад у вас эта пруха просто пойдет, и у вас будет каждый день по человечку, поверьте. И потом просто человеку нужно так красочно, ярко, красиво рассказать, показать, скинуть наборы. Вот я вам ради интереса прямо после эфира сброшу. Девочка по ошибке из чужой команды сделала мне рассылку. Видно, я у нее там в контактах, а ну, несмотря, сделала. То есть, вот как она приглашает всем своим контактам, забомбила, раскидала в Телеграме. Ну, не знаю, в Телеграме, наверное, не банят, не блокируют особо. Вот, просто попытаться даже так, и вот вам будет, будут регистрации. Так, Иру ждем голосовым в эфире. Так, мое интернет-соединение неустойчиво, у нас тут большой снег, снегопад, поэтому возможно, что будет интернет плавать, он плавает. Спасибо за то, что вы самые стойкие пришли. Я желаю вам удачи в двухнедельном каталоге и чтобы доходы были не меньше, а больше. А Людмиле я желаю, чтобы вы удержали это звание в этом каталоге и обязательно повысили. Вся команда, все верят в вас. Все получится. Всем спасибо за эфир.